Здорово, народ, на связи Эксперовид, и я продолжаю играть в StumbleGuys. И сегодня, ребят, я буду играть вместе с подписчиками. Вообще, история видео такова, я предложил ребятам просто поиграть вместе со мной, потому что я хотел научиться сейвить блокдэши. Но по ходу дела я понял, что мне этого делать не дадут. Я подумал, раз у меня нормально идет создать группу, потому что раньше мне это не получалось сделать из-за каких-то багов, вроде все исправили. Думаю, почему бы тогда не сделать долгожданное видео с подписчиками. Поэтому, ребят, сегодня будет, скажем так, проверочное видео с подписчиками, ну а дальше уже, наверное, поиграю со всеми вместе с вами. Погнали! Вообще, возможно, ребята сагрились на меня из-за того, что я здесь раскидывался бананами, но, ребят, я кидал здесь бананы, потому что я хочу научиться перелетать через бананы. Я видел, как люди просто так кидают банан, на него напарываются и просто взлетают вверх. Я просто не могу понять, почему я не взлетаю вверх, почему я... Ой, видели, я кого-то попал и меня приглючило. Прям в рожу. Это, наверное, неприятно. Так, банан. Нет, не... Прошел прям... Хорош, хорош, мне это нравится. Подожди, банан, 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 подлетай. Есть! Вот так, ребят. Все, я понял, надо нажимать еще и прыжок. Все, я теперь понял. Думаю, почему я, когда напарываюсь, ну я просто падаю и все. А вот сейчас я нажал на прыжок, и это сразу сработало. Спасибо. Хочется, во-первых, сквозь текстуру вот так вот проходить. Отлично, получилось. Зачем? Зачем вы меня трогаете? Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Кстати, я еще здесь хочу научиться делать, знаете, вот это, ну, обычная штука, врезайся, типа, о, не-не-не, уйди, уйди с дороги, уйди. В следующий раз, ребят, я буду уже вместе с вами играть абсолютно на разных локациях, но сегодня мы зациклимся только на блокдэше. У меня, вот, знаете, настрой такой. Обычно я как-то холодно отношусь к блокдэшу, но сейчас мне реально хочется... Не трожьте банан, Ваня. Так, кидаю банан. Где он упал? Вижу, вижу. Не на... Ладно. Кто-то... Кстати, вы видели, кто-то под бананом прошел? А куда он полетел? Так, надо отойти немного в сторону. Ладно, перекину сейчас через верх. А, нет, все, я здесь понял, понял. О, я не то нажал! Не то нажал! Какой нафиг велосипед? О чем? Ты чего? Велосипед, а я думаю, что я нажимаю, нифига не происходит, я там колесю на двухколесном, блин. Так, 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 сейчас. Ай! Дайте, я хочу еще раз попробовать с бананом прикол. Разгоняйся, разгоняйся, прыжок. Нет, не получилось, не получилось. Ой, ну прошел хотя бы под низом. Так, тут, короче, как-то не в ту сторону полетел, стой! Слушайте, я здесь немного прохавал вот этот прикол, что можно проходить вообще под этими всякими стенами, помнишь, текстур. То есть, если ты врезаешься, например, вот этот блок, да, ну, вот прям посерединке надо прыгать, и ты должен, по идее, пройти насквозь, как я понял. И у меня один раз это вот сегодня уже получилось. Пика-пи. Хорош. Так, продолжаем проверять все это на прочность. Смотрите, так, я слишком близко. Давайте немного пусть отойдет. Вот, сейчас, давайте. Йоп. Нет, сейчас не пролетел. Короче, надо как-то попасть в самую середину, и ты вроде проходишь мимо. Но сегодня уже один раз у меня это получалось. За банан? Ну, за банан, слушайте, надо тоже, наверное, как-то поднашариться. Потому что один раз получилось. О, бегу, бегу, бегу. О, все, в натуре надо прыгать. Или с разбегу это надо делать. Подождите, я чуть не выкупил. Давайте еще раз кину банан. Не напарись, не... Я понял. Ну, не глюч, не глюч, не глюч! Не надо так делать. Так, давайте немного назад отойду, а то банан сильно далеко летит. What? О, что это было? Кто меня толкнул? Летит. О, что это было? Кто меня толкнул? О, что это было? Что за неведомая сила? Вы видели? Я не пойму, где невидимка, где он? Кто это был? Чья рука меня толкнула? Иногда чудеса происходят в StumbleGuys, я сам фигею.
Так, а кто остался? Ага, трое, двое? Трое. Или уже один? Нет, двое. Во! Когда вы разбегаетесь и ударяетесь об вот эти штуки, которые вас отбивают, вы в этот момент нажимаете на прыжок или нет? Не свезло? What the fuck? What? This is... What the fuck? This is Sparta!